Всем привет, друзья! Динечка, поздоровайся с своими друзьями. Привет. На каком вы канале? Мы попробуем сделать из плиток белого и молочного шоколада настоящее яйцо киндер-сюрприз. Давай, ты берешь этот, а этот этот. Так, давай, молочный разламывай вот сюда, клади. Так, ломай. Так, молочный мы подготовили. Теперь ломаем белый. Друзья, у нас получилось, мы наломали плитку молочного шоколада. Какого он цвета, День? Коричневого. И белого шоколада. Какого цвета этот шоколад? Белого. Белого. Естественно, мы подготовили специальную формочку. Мы купили жесткие яички Kinder Surprise. Вот этот шоколад мы будем наносить на стенки данной формочки. И у нас получится красивое яичко. Ну что, пойдем ставить на водяную баню наш шоколад? Будем топить его? Разогреем, чтобы он у нас совсем растекся. Пойдем, День? Пойдем. Нам поможет мама в этом. Друзья, ну что, ставим наш шоколад на водяную баню, День? Надо его взять со стола. Давайте берем со стола шоколад и сначала топим молочный. Это внешняя стенка. Куда рассыпаем? Уже нет шоколада. Вот. Уже, да, растопился, да, совсем? Смотри, какой он интересный. Сколько нам надо времени на это дело? Примерно. 5 минут. 5 минут примерно. Все, а теперь обмазываем. Смотри, Дим, помогай маме, надо обмазать стеночки. Шоколад. Что ты? Хорошенько распределить. А что ты насыпаешь, шоколад. Давай, выключаем плиту. Давай, маме надо помогать. Все, нолик, хорошо. Давай, теперь маме помогай, Дим. Давай, помогай маме размазывать по стеночке, да. Чтобы красивое яичко получилось, да? Отлично. И главное, чтобы не было наплывов по возможности. Так, Диня, а теперь мы откроем морозильник и уберем, на сколько минут уберем? На 10-15 минут надо убрать. Давайте эту тарелочку уберем в морозилку. Пойдем. Давай, открывай морозилочку. Нет, не холодильник. Морозилку. Это низ. Так. И убираем что туда. Что? Нам нужно брать вон туда. Где ягодки? Ягодки лежат там. Кладите не ягодки. Давай, Денис, клади в морозилочку. Клади шоколад. Пойдем, в давай, помоги маме положить. А какой морозилка? Это мы сейчас откроем. Давай уберем. Помоги маме. Убери яичко в морозилку. А, молодец. Все. Закрывайте. Теперь ждем 15 минут. День, а пока ждем, мы можем растопить белый шоколад. Пойдем включать плиту и топить белый шоколад. Давай, закрывай. Ну что, готовы? Готовы. Теперь плавим белый шоколад. Надо включить плиту. Операция повторяется. Кладем белый шоколад на водяную баню. Кладем. Отлично. Включаем. Теперь мы вынимаем молочный шоколад, который уже у нас застыл по прошествии 10 минут. И будем обмазывать топленым белым шоколадом. Клади сюда на тарелочку. И вторую тоже половинку вытаскивай. Замерз у нас шоколад-то, посмотри. Замерз, клади. Теперь закрывай морозилку. Теперь топленым белым шоколадом мы обмазываем молочный. Все, мы обмазали. Сейчас мы его тут вот немножко промажем еще. День. Мы сейчас с тобой что должны сделать? Мы должны опять наш шоколад заморозить, потому что у нас молочный, белый топленый шоколад. И мы сейчас в морозилочку убираем теперь уже белый шоколад, нанесенный на молочный, на 10 минут. Динь, давайте шоколадку убирать. Динь. Я не буду убирать. Контролируй ситуацию тогда. Возьми у мамы, вот вторую часть забери. Вот. А где ягодки? А там ягодки, да, в морозилке. Нет, все, давай, закрываем морозильник. Его нельзя долго держать открытым. Ну как? Нету. А мы с тобой положим букву А. И закатаем шоколад. Давай, у нас будет сюрприз. Закрывай. Да что? Теперь там есть сюрприз. Это буква А маленькая. И мы сейчас яичко закатаем. Открываем морозилку. Там замерзшие яички. Давай, вытаскивай. Где яички? Отлично. Сейчас надо подрезать краешки и склеить. Мы немножко ошиблись с толщиной.
Поэтому подарок там не будет. Простите нас, пожалуйста. У нас просто будет яичко киндер-сюрприз. Сейчас мы промажем эти концы и склеим между собой. Потом положим в морозилочку, и у нас получится цельное яйцо. Где какое яйцо? Давай, открывай. Все, кладите яйцо туда. Так оно нам не влезет, вылезает. Все, отлично. Все, Денис, закрывай морозилочку, еще 10 минут ждем, и у нас готовое яйцо. Ну вот, друзья, на заключительный этап пришли посмотреть даже Кеша и Тучка. Привет, привет. День, кто это? Это Кеша? Держи его. А это Тучка. И у нас мы вытащили яичко из морозилки. Вот такое у нас красивое получилось яйцо. Один в один, как киндер-сюрприз, да? Друзья, в этом ничего сложного нет. Берете молочный шоколад, белый, топите, морозите, склеиваете. И такая прекрасная штука получается. Это был наш DIY, do it yourself. Ну а сейчас мы с вами ненадолго прощаемся. Подписывайтесь на нас, ставьте нам пальчики вверх. Оставляйте полезные комментарии, а мы дальше будем для вас выпускать интересные ролики. Денис, давай, наши друзья тоже попрощаются со всеми. Кеша, Стучка с вами тоже прощается. Пока-пока. До новых встреч. Пока-пока, День. И все? Конечно. Это был Денискин первый раз, когда мы делали яичко. Все тебе все поцеловали, да? И блин, все поцеловали.